не советую, друзья мои, это шальные деньги. Я считаю, это ненужные моменты. Кто, который любит тоже вот эти моменты, ставки, не ставки, друзья мои, никогда не лезьте в такие моменты, не бывает, знаете, не бывает просто так деньги. Вот всякие, которые говорят, это все обман. Самые хорошие, трудные деньги, это которые своим с трудом, который зарабатывает, своим, который работает, чем вы занимаетесь, всегда работаете. Если ты играешь, поешь, пой. Никогда не лезь в чужую работу. Вот некоторые говорят там, туда это все ерунда. Такие простые деньги, они быстро уходят, они хорошего никогда не доводят. Самые хорошие деньги, которые вот запотел прямо в пот, который, да, ты заработал 100 рублей, ты за это 100 рублей построишь такой дом, ты будешь просто счастливо жить. Вот за это 100 рублей. А то, что которое ты будешь вот эти шальные деньги, которые заработаны 10 миллионов, ты ничего не сможешь сделать. Через день это деньги не будет. Вот это я вам всем желаю вот такого. Вы были, знаете, кайф, никогда никому не советую. Это все, это правильно. Я просто знаю, правда, друзья мои, никогда. Своим трудом, если ты занимаешься, если ты продаешь чай, занимайся. Никогда, вот некоторые говорят, да, вот, например, Сакит сидит там, играет, постоянно поет, там, например, никогда не стоит смотреть, чем он занимается. Работайте всегда своей любимой работой, и всегда вам повезет, и все будет иншаллах, машаллах. Давай кого-нибудь подключаем. Кого-нибудь погнали. Раз, два, три. Погнали, раз, два, три. Кого подключаем? Салам алейкум. Иу. Сакит, у меня сына день рождения. Можешь поздравить? Конечно могу. Как сына зовут? Алло. Здрасте. Ну, здрасте. Хочу одну глазку видно. Где там второй глаза? Здрасте. О, красавчик. Смотри, такие глаза. Красавчик. Красавица или красавчик? Красавица. Как ее зовут? Нушафарин. Как? Нушафарин. Нушафарин, красавица. Узбечка, да? Нет, таджичка. Таджичка, о, большой всем таджикам, большой салам и здоровья. Такая красавица. Желаю ей здоровья, счастья. Ну, хорошо, вас, нормально. Спасибо. Откуда звоните? С Душанбе. Вау, Душанбе, большой-большой салам всему Душанбе, моим братьям, моим подписчикам, друзьям. Я желаю вам здоровья. Иншаллах, обязательно после карантина приеду. Вас всех приглашу с семьей на мой бомбовый концерт. Обязательно. Как у вас там в Душанбе погода, скажите мне? У нас тепло, как весна. Серьезно вы говорите? Да. Ой, тепло это, да. У нас тоже ходят. Тепло, просто чуть-чуть белый снег и минус 15. Тоже тепло дома. Дома получается плюс 25. Нет, у нас на улице тоже тепло. Все в майках ходят. Вау, у нас уже месяца три забыли еще такие майки. Вот дома даже сижу, вот, понимаешь? За то, что я коммуналку не заплатил, у нас сняли, вот, получается, отключили отопление. Я сижу вот в свитере, правда, даже не могу как-то. Я, потому что и ипотека, там, всякий момент, вы же понимаете. Да. Как у вас там дела? Как ваше здоровье там? Как нормально, родители? Дома сидим. Хорошо, слава Аллаху, все нормально. Сколько маленькому лет? Годик. Годик, да, такая красавица, на глазки смотри, вай Аллах. Мне такие красавицы, всем желаю. Это есть счастье наше, представляете? Душанбе. А как вас зовут? Маша. Какая Маша? Мавлюда. Мавлюда, так скажем, Маша. А я тоже сказал бы, я медведь. Ты как-то не тоже. Мавлюда, это намного больше мне нравится. Вот да, так. Мавлюда. Красивое имя. Брат, потом меня подключи. Обязательно. Вот так, Раду. Какие песни вам нравятся? Что для вас играть? Скажи всему Душанбе. Одну бомбу. Вы, кстати, покушать там плов готовили? Когда? Сейчас? Сегодня? Да. Нет, мы уже, ну как сказать, мы часто кушаем уже, да, как-то не по кайфу. Да ладно, ты чё, как плов должна каждый день кушать. Мы только по праздникам его кушаем, и так его по праздник даже умоляем, готовить нету. Мы так хотим такие моменты. Ну, нас часто готовят, это же наш международный.
Да, блюда. Вообще бомба готовить, и не то, что все хочется кушать. Посмотри такую песню. Чеки-чеки бородима, бога сиди нас. Риадарам туро. Классно вы поете. А? Классно вы поете, говорю. Серьезно? Спасибо, очень приятно. Обязательно скоро приеду новыми песнями для вас. Там такие концерты организую. Все дешамбу соберем, там будем танцевать, кайфовать. Вай, мама, вот смотри, погнали. А смотри, как я классно играю. Специально для вас. Играйте. Всему дешамбу большой салам, привет. А погнали, смотри. Ай, слышно, да, или нет? Да, да, конечно. Я думаю, она сейчас заснет вот за такие красивые песни прямо.